Домашних животных 2. Хлоя, ты зачем абажур нацепила? Кажется, хозяйка подмешала мне чуточку валерьянки. А, все ясно. Волшебно. Помнишь, я... Ты это слышишь? Хлоя, ты мурлычешь. Удивительно, сколько талантов может поместиться в одной кошке. Это все? Максик, как насчет погулять? Что сказать? Счастье есть! Я не хочу в ветеринарку! К врачу? Нет! Пойдем, дружок! Так нечестно! Впервые здесь? Да. Доктор Фрэнсис, лучший ветеринар во всем Нью-Йорке. Будешь в восторге. Он спец по психическим расстройствам. Но я не псих и совсем не расстроен. Да, я тоже не псих. Вот человек у меня с прибабахом, знаешь. Приношу дохлую птицу, выбрасывает. Приношу дохлую мышь сразу в помойку. Ничем тебе не угодишь, истеричка! Ну ладно. Я бегу, и бегу, и бегу, и бегу. И вот я прибежал, и вот куда я прибежал? Никуда. Никуда! Хозяйка мне говорит, ты хороший пес. Да я и сам это понимаю, но... А что, если на самом деле я не хороший? Что, если я плохой? Мы слетели с катушек. Звери какие-то. Они, сестренка, еще всем покажут. Тайная жизнь домашних животных 2. В кино с 30 мая.